Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 43 Nano 766 QA. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените мой труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 43 дюйма, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct, матрица IPS, глубина цвета 10 бит, частота обновления 60 Гц. Впечатляющая и реалистичная цветопередача благодаря технологии LG NanoCell, чистые цвета и Real 4K. Технология LG NanoCell использует наночастицы для фильтрации неочищенных цветовых оттенков из волны RGB сигнала. Интеллектуальный процессор A5 Gen 5 4K анализирует исходный контент и оптимизирует его для получения высокого качества изображения. Полное погружение в современные видеоигры благодаря всем необходимым технологиям для гейминга. Благодаря реализации технологии NanoCell изображение получает оптимальную яркость и насыщенность цветов. Угол обзора 178 градусов обеспечивает комфортный просмотр программ из любой точки помещения без искажения картинки. В упаковке для телевизоров LG NanoCell используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки. Размеры телевизора 96,7 см в ширину, 56,4 см в высоту, толщина 5,7 см, вес 9,2 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI 2.0, 1 Optical Audio Out, 2 антенны, 1 CI Plus 1.4. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 22. Телевизор LG NanoCell имеет удобный голосовой интерфейс, адаптированный специально для вас. В качестве пульта управления можно использовать смартфон после установки специального мобильного приложения. Устройство подойдет и для любителей видеоигр. Минимальная задержка ввода вместе с оптимизацией изображения и производительности сделают победы еще более яркими. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Подсветка на черном фоне, видно пятно. Рамка внутри рамки. Маленькие углы просмотра. Непростой интерфейс. Теперь о положительных моментах. Быстрая ОС. Изображение, звук. 4К без нареканий показывает из сети по воздуху. Пульт мне нравится. Пульт Magic идет в комплекте. Четкость качества сборки. Процессор быстрее моделей 2018 года. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях, а чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!